Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас. Аминь. Номер 480. События дня. Иаков 5:9. Не сетуйте, братья, друг на друга, чтобы не быть осужденными. Вот, судья стоит у дверей. Это сегодня шестое, видимо. Так, это, наверное, даже если здесь шестое нету, так тогда подожди минуточку, шестое. Тогда здесь не 80, а надо 81. Ну, я потом переправлю, посмотрю. Вот. Ну, здесь я говорю, что по скайпу, если кто желает беседовать что-то, спросить, с 4 до 16, то с 4 до 4 по Москве. Ну, и дальше он должен сначала внизу написать, когда я свободен. Я все это показываю. И вот теперь, когда люди все просят прощения друг у друга, я оставляю как эпиграф здесь два пункта. Как нужно делать? 17.3. Евангелие от Луки. 17.3. Наблюдайте за собою. Если же согрешит против тебя брат твой, выговори ему. И если покается, прости ему. Ничего этого не делается сегодня. От прощенного воскресенья. Прости Христа ради. А ничего не говорит. Первый раз человека видишь, каждый кланяется и говорит, ну лицемерие. Пустышка. Наблюдайте за собой в первую очередь. Не собирай обиды. В реестр их не записывай. В грозбух. Как просите прощения? А если он согрешит против тебя, брат, ну явно, клеветник, выговори ему. И как выговорить? Так, чтобы он мог покаяться в чем именно? Фраза его «дай ему». И далее я беру преподобного Марка Подвижника. Он пишет. Немало нас таких, что печалимся о грехах, а причины их охотно лелеем себе. Вот так. Причины, которые не говорят, что, прости Христа, да я в чем прости-то? Вот это и надо показать. Что человек говорил? Сергей Игнатов. Спаси Христос. Тяжко долго стоять на молитве, но полезно для ума, потому что хотя бы понимаешь молитву на родном языке. А когда слушаешь молитву на церковно-славянском языке и не слышишь ее, то ум прекращается вообще молиться и рассеивается. Дальше. Владислав Марущак. Оплата на кассе в магазине Германии по отпечаткам пальца. Прямо, ничего не надо. Спрашивает, какой ты хочешь палец, чтобы зафиксировали. Любой палец. Нажал только, и все, считывает. Деньги вообще в руки не брать даже. Вот тебе и печать. Да когда, да, печать антихриста, говорит, не печать, а начертание. Ну вот уже вплотную подошло, и у него тут интервью берут, все. Ну, показать его можно было даже бы. Ну ладно. Тут написано, зарядите такую оплату на кассе в магазине Германии по отпечаткам пальца и найдете. Дальше. Одно из толкований хулы на Духа Святого дано святителям в правилах богоугодной жизни. Вот что такое хула на Духа Святого? Слушайте внимательно. Это очень и очень важно. Правило 35-е. Те, которые видят в ком-либо плод Святого Духа, везде сохраняющие равную степень благочестия, и не Святому Духу его приписывают, но присвояют противнику. Те произносят хулу на самого Святого Духа. Дополнением к этому правилу служит другое толкование Василия Великого. Кавычки открыты. Тот хулит Духа Святого, кто действия и плоды Святого Духа приписывает противнику. Всему подвергаются многие, нередко рачительные, опрометчиво называя тщеславным того, кто показывает добрую ревность. Ложно обвиняя в гневе и многое подобное лживо приписывая по луковым подозрениям. Кавычки закрыты. Святитель Василий Великий. Прямо. Они начинают обвинять, вот ты что-то такое. Я это знаю. Я другой раз и говорю с ним. Он, похоже, Духа Святого похулил. Разными скверными словами называет. Ну хорошо. Человек, чтобы обратился, самое-то главное в жизни нашей, ничего дороже нету. Потому что весь мир приобретешь, а душе повредишь. То есть весь мир... Не сравнить даже с тем, что есть. Какой выкуп дашь за душу свою? И теперь одна спасенная душа дороже целого мира, полного золотом. Потому что, чтобы кого-то спасти, Христос должен был сойти с неба и умереть. И вот видят, что души обращаются через человека в православную церковь, и он хулит злостными словами, сатаной называет, что он богохульник этот человек. И в этом не просит прощения. А так, ну может я где-то что-то не так сказал, извини. То есть, если, то есть он не осознает, душа умерла. Он святотатис,
хулитель Духа Святого, и он даже этого не понимает, человек. Дальше. Как видно из приведенных цитат, святитель Василий относит к греху хулына Духа Святого и клевету на христианина из зависти к полученным им дарам Духа. То есть он этого не может сделать, и он хулит, он ненавидит. И завистью все покрыто. И он даже не знает, что давно уже похулил Духа Святого. Хула состоит в том, что человека, показывающего ревность в богоугодной жизни, вдруг по одному лишь подозрению в гневливости и высокомерии начинает считать тщеславным, возводит на него ложное обвинение. Вот я скажу, что вот прямо ко мне это лично относится. Вот у меня какие враги, они именно так. Тщеславный, во себе говорит, это все, что Василий перечисляет, все именно, что они на меня лепят. А у них ни одной души не пришло. А пишет доктор богословия, профессор православной московской патриархии, говорит, как бы к Игнатию не относились, но тысячи людей, которые пришли в православие, это разве спишешь? Вот сейчас Кирилл Павлов умер. Я у него был как-то, ну и беседовали. И он, я маленько рассказал о себе, он до того удивлен был. Он говорит, если сегодня 12 еретиков, там, баптистов, кого, человека обратились бы в православие, это уже апостол нашего времени. А они хулят вот эти, почему? И покаяния нету. А раз покаяния нет, это один из признаков, что похулили Духа Святого. Вот страшно-то что. А если он за свою подвижническую жизнь получил как награду от Святого Духа какое-либо дарование, то объявляет это дарованием действием бесовской силы. Бесовской силы. Вот Андрей Кураев, ну, начинает говорить, не я его побуждаю к этому, случайно мне ролик поставили, считает там самым великим, выдающимся миссионером, каким я себя не считаю. Вот выступает там Головин, отец Владимир из Болгары, говорит те же, Максим Каскун, обо мне говорят конкретно. А человек, они видят, что Бог дал мне какие дары, а другой хулит. Хулит, это от беса, это от сатаны у него, это от беса, это хулитель. Это уже похуливший Духа Святого, практически уже можно прям видеть. Ему не дается покаяние, он не кается в этом. Вроде хочет примириться, а на самом деле ничего нету. В этот страшный грех хулы могут впасть даже добрые христиане, пытающиеся поспешно делать о ком-либо заключение и выводы. Здорово. Да. Дальше. Святитель также поясняет, к чему может привести хула и на кого похож богохульник, кавычки открыты. Хула на духа приводит тебя к понятиям злочестивым и недозволенным. Как скоро сказал ты о духе, чего не должен говорить. В тебе обозначилось уже, что ты оставлен духом. О как. Как сомкнувший глаза имеет в себе свою тьму, так отлучившийся от духа, став вне просвещающего, объемлется душевную слепотою. Просвещающий с большой буквы. Святитель Василий Великий, 330, который жил когда? 330-379 года. Сколько лет прожил он? 49. Всего. 49. 49 лет всего прожил Василий Великий. А кто еще 49 лет умер? Кто? Ротов. Митрополит Никодим. Так, кавычки открыты. Не злословие надобно бояться, но того, чтобы не представить из себя лицемеров. В таком случае вы покажете себя неразумными и достойными презрения. Если же вы будете строги в обращении и за это подвергнетесь злословию, радуйтесь. Таково именно свойство соли, что она едкостью остроты своей неприятна на вкус людей сластолюбивых. И вот начинает священник, вот вы говорите строго, да разве можно так? Вот у меня бабушки, они столько претерпели, они больные, поэтому он разрешает им не поститься. Ну то есть любвисты, это губители. А здесь именно если кто строго говорит, этой солью выжигает весь грех. Злословие, следовательно, необходимо будет преследовать вас, но нисколько не повредит вам, напротив, будет свидетельствовать о вашей твердости. Если же вы, устрашаясь злословия, оставите подобающую вам твердость, то подвергнетесь тягчайшим бедствиям. Вас все будут и злословить, и презирать, а это то самое и значит попираемо. Святой Иоанн Златоуст. Вот и все. Никак не уступаем они. Вот изменись, вот измени характер, будь помягче. Делай вот так-то, делай так-то. То есть они, ну, это хулители, отступники. Они ничего не понимают и не знают. Дальше наши ресурсы показать надо будет. Вот первое, это мой мир.
вот как он выглядит. Вот предлагает Дуга, Жин какой-то, Максим, а храм никого нигде нету. Ну, что на это? На это я вот такой человек, просится в дружбу. Я ему посылаю, у меня есть что послать. Вот сейчас я покажу. Дружба без лица показать надо. Мне где тут находится? Да. Дружба без лица. Вот она где. Вот я ему беру, копирую и туда даю. А ты сейчас мне там и прочитаешь. Вот. Теперь я его нахожу, где он, Максим Гажин. Вот я показываю, как работать приходится. Дальше. Вот к нему теперь написать сообщение надо. Вот, что ему это нужно было. Теперь я ему туда это вставляю. Немножко прочитаю вначале. Сергей Кочевников. Нет, вот. Если наяву вам кто-то будет предлагать дружбу по телефону и назначит встречу, и вы пришли, а там или сканер, или зверь некий, или нарисован пейзаж, машина, и никаких данных о том, почему над тобой так насмеялись. Дальше. А вот в интернете это можно себе позволить, и уже вошло в глупейшую моду. Перед Богом каждый есть личность, имеет свое лицо и прочие индивидуальные данные. Так что подобные насмешки на предложение дружбы, пусть даже виртуальной, обратите сами на себя, что и вам также будут предлагать под видом дружбы любую смятую бумажку, храм или даже икону чью-то. И кого вы выведете к себе? Введете. Ведете к себе. Да. Отнеситесь к дружбе серьезней. Этим рассуждением я вас не отталкиваю, а приближаю. Мы, может быть, будем еще и настоящими друзьями, так полезны друг для друга во Христе Иисусе, в деле спасения наших бессмертных душ. Я никак не привыкну, что люди ни имени не показывают, ни откуда. Говоришь пустоту, и почему мне в жизни за 77 лет... За 77 лет... Скитание по земле не пришлось ни разу ни единой бумажки выпустить без личной подписи и без указания своего точного адреса. Тем более в моем мире, на форуме или сайте и во всех публикациях. Не в укор говорю, а просто в недоумении. Кому отвечать-то? Мои телефоны? На каждом столбе в городе можно было прочитать. Ставьте свое фото и анкету заполните. И снова сделайте запрос о дружбе, если видите в ней необходимость и пользу. Фото без темных очков должно быть. Заходите. Ну, дальше я поясняю, какие у нас данные там, что есть. И ему это отправляю. Вот человек все отправило. А бывает, некоторые снова просятся, снова. То есть, ну тогда разговаривать с ним не очень. Раз он совсем не слышит и не видит. Вот как видите, здесь я в шапке. Здесь можно заходить. И у меня здесь... Почта есть, вот она, kistini2@mail.ru. Второй большой у нас ресурс, это форум православный. Я тоже показываю его, там видно будет за этот день. Слово сказать, у нас сегодня 2616 день, как форум работает. И видеоканал. Наш вот видеоканал называется «Открытым оком во свете Библии». 6800. Уже теперь роликов. Это очень, очень большой ресурс. И отдельно во свете Библии православный библейский сайт. Тут зайти на него надо. Вот. Потом увидите, зайдете как. И тут же 4124 ответа. Ну и сейчас я... Дальше мы начинаем уже по вопросам работать. По вопросам. И эти вопросы сейчас у нас с определенной темой идут. Священство. Давай-ка поначнем. Вопрос 3683, 24-й том «Открытым оком». Это было, да? Да. Гордеев звонит, представляешь? Я думал, звонит. Нет? Ну так что? Что-то с ним. Так а так что? Это не вам, это мне. А. Так, а ну-ка. Выше поднимите, Анна Тихонович. Из Люксембурга от священника. Да, по-моему, это было. Булаху. Ну да, это было. Повторено.
Я просто... Ну да, что было такое. Вот было такое, но я тогда это удалю его отсюда. И теперь новый вопрос. Бывает такое, что я тут один и тот же вопрос два раза цепляю. Дальше. Вопрос 3952, 28 том, открытым оком. Почему священники в своих докладах на епархиальных съездах не касаются самой сути евангелизации? Ответ. К великому удовольствию всех рожденных свыше могу показать и на такой доклад. Доклад протоиерея Виктора Потапова. И сами, как живые камни, устрояйте себе дом духовный, священство святое, чтобы приносить духовные жертвы, благоприятные Богу Иисусом Христом. 1 Петра 2:5. Древнее латинское изречение гласит: «Одиночный христианин – не христианин». Нельзя быть христианином в отрыве от других верующих во Христа и вошедших в Его церковь. Церковь – это прекращение одиночества. Христианство есть всегда общность, то есть церковь. По-гречески слово «церковь» – «эклексия» – означает «собрание», «созывание». Это слово употреблено самим Спасителем, основателем церкви и вслед за ним его апостолами. В этом смысле существует несомненная преемственность между Ветхим и Новым Заветами. Христиане со дня Святой Пятидесятницы ощущали себя как Новый Израиль, как народ, призванный и освященный Богом во Христе. Новый Завет не знает этнических границ. Его призыв обращен ко всем людям, вне зависимости от их происхождения, языка и прежних верований и традиций. Они входят в Христову Церковь, и именно принадлежность к Церкви, а не просто принятие новозаветнего учения, а составляет основу их единства со Христом и друг с другом. Отвлеченное понятие христианства, несомненно, более позднего происхождения. Первоначальным и центральным понятием была и остается Церковь. И с самого первого дня христианская проповедь имела общественный, обращенный к человеческому обществу характер. Все таинства церкви всегда были по своему внутреннему содержанию таинствами общественными. Их цель была в том, чтобы ввести и укрепить человека в новой жизни церкви. Конечной целью церкви было и остается охватить все общество, весь человеческий род и всех обновить верой во Христа, как своего Спасителя. Ибо Господь хочет всем спастись и в познание истины прийти. Созидать церковь Христову означает поэтому творить новое общество, возрождать общество на новой основе. Новозаветная проповедь всегда подчеркивала необходимость единодушия и единомыслия среди членов церкви. Общность, имущество и свобода от эгоизма были естественными для первохристианской общины. Самое древнее самообозначение христиан было «братья». Церковь была призвана быть тварным выражением божественного первообраза. Мы различаем три ипостаси Святой Троицы, но одновременно исповедуем, что Бог един по своей божественной сущности. В основе нашей веры лежит призыв любви к Богу и человеку. Откровение о возможности такой любви и призыв к ней – суть безусловный лейтмотив всего евангельского благовестия. Искренняя любовь к Богу и готовность жить по Его заповедям есть трудный подвиг, на который эгоистические натуры не способны. Любовь к Богу, ощущение себя гражданином Царства Божьего, исключает помысел о личном спасении только. Христианин стремится не только к обновлению и спасению своей собственной души, но и своих ближних и всего творения. Как пишет С.И. Фудель, кавычки открыты, «Церковь начинается там, где, по слову Христову, двое или трое собраны во имя Мое, Его. Не там, где один, потому что любовь начинается только там, где двое или трое. Двое или трое – это первичная клетка любви, а церковь начинается там, где преодолевается самость, обособленность, где начинается любовь». Ну, понимаете, вот это все против монашества, что говорят-то они. А он один забился в пещере, сидит, кого он может любить-то? Как не понимать-то даже? Они говорят, а дальше на меня нападают. Церковь Христова, обнимающая и небо, и землю, и прошедшее, и настоящее, и будущее, имеет на земле свое подобие – церковный приход. Можно сказать, что… Приход. Не община, а приход. Приход – это пришел-ушел. Как раз не приход, а приходе слова даже нету.
можно сказать, что приход – это первичная структура Вселенской Церкви. Нет, нет, не приход, а община, когда все общее. Если, как учит апостол Павел, Церковь – это мистическое тело Христово, тогда приходы – это малые члены большого и великого церковного тела. То есть подменил это слово, даже, как он говорит, конфессия, деноминация, это слово «ересь» заменили двумя словами. Как в человеческом теле, составленном из многих членов, каждый из них, даже самый малейший, имеет свое определенное назначение, несет свою функцию, но все они питаются одними соками, в них бьется одна жизнь, управляет ими одна душа, и свое назначение они выполняют в единстве и в согласии со всем телом. Так и члены прихода между собой и со всей церковью должны жить и действовать в тесном единстве, ибо один у нас всех Господь. Едина вера, едино крещение, един Бог и Отец всех. Он говорит, приход, это ясно, что общины нет у него. А так, пришел, свечку купил и поставил. Говорит, правильно, но слово одно подменил, уже все кверх ногами. Послание к жителям малоазийского города Ефеса апостол Павел пишет о Спасителе. Он есть мир наш, соделывающий из обоих одно. То есть соединивший то, что было разделено, разорвано надвое грехом. Соединение со Христом в таинство Церкви возвращает человеку первозданную цельность, делает его, по словам того же послания апостола к Ефесянам, своим Богу. Мы свои Богу, когда мы в Церкви, потому что Церковь Христова до ныне совершает дело Божие в мире. Таким образом, Церковь, тело Христово, тот живой организм, который один на земле сопротивляется нарастанию хаоса, зла, разделенности. Мы с вами члены тела Христова, его органы. Когда части целого организма работают слаженно, когда все органы тела помогают друг другу, тело живет. Если один орган вступает в противоречие с другими, обособляется, забывает о том, что его назначение служить другим, тогда тело перестает быть телом и становится трупом. Ну это же о монашестве говорится все. Духовным средоточием и источником духовной жизненной силы каждого прихода служит его храм, на святом престоле которого неустанно приносится бескровная и искупительная евхаристическая жертва самого Сына Божия за всех живых и мертвых. Здесь, в храме у святого престола, в общей церковной молитве, объединяется земная церковь с церковью небесной. Здесь вместе предстоят престолу Божьему и люди, и ангелы, и святые. Принимая святые дары, мы соединяемся со Христом и через Него со всей Вселенской Церковью. Нас же всех от единого хлеба и чаши причащающихся соедини друг к другу во единого Духа Святого Причастия. Всех нас прими во Царство Твое, сыны света и сыны дне показавы, Твой мир и Твою любовь даруй нам. И дай нам едиными устами и единым сердцем славите и воспевайте пречестное и великолепое имя Твое, Отца и Сына и Святого Духа. Молимся мы за литургию святого Василия Великого. Святитель Иоанн Максимович так определяет эту мистическую связь с Христом и через Него с Его Церковью. Кавычки открыты. Церковь земная объединяет всех возрожденных путем крещения, взявших крест борьбы с грехом и последовавших за подвигоположником борьбы той Христом. Божественная Евхаристия, приношение бескровной жертвы и причащение ее, освящает и укрепляет ее участников, делает вкушающих тело и кровь Христовы истинными членами тела Его Церкви. Но лишь со смертью человек определяется, остался ли он действительным членом тела Христова до своего последнего издыхания, или же грех восторжествовал в нем и изгнал благодать, получавшуюся им в святых тайнах и связующую его со Христом. Почивший в благодати, как член церкви земной, из земной церкви переходит в небесную. Отпавший же от земной не войдет в небесную, ибо земная часть церкви его путь в небесную. Есть путь. Есть путь в небесную. Таким образом, подлинная приходская жизнь вырастает из самой глубины душ человеческих, связанных общими духовными переживаниями и общением в таинствах и молитвах под сенью одного общего храма. Можно хоть каждый день приходить в храм, молиться и даже участвовать в таинствах, но при этом оставаться равнодушным ко всему, к
кроме себя. Вот некоторые у нас на собрание даже не остаются. Равнодушие. Своего личного спасения и жизни своей семьи, не интересуясь тем, что происходит в приходской общине. Вряд ли такого человека можно назвать членом прихода общины. Протопресвитер Александр Шмеман предлагает, среди прочего, понимать литургию как «таинство собрания», кавычки открыты. Надо твердо знать и помнить, в храм мы идем не для индивидуальной молитвы, мы идем собраться в церковь. И сам видимый храм есть только образ того нерукотворного храма, который он знаменует. Поэтому собрание в церковь есть действительно первое литургическое действие, основание всей литургии. И не поняв этого, нельзя понять и всего дальнейшего тайнодействия. И когда я говорю, я иду в церковь, это значит, я иду в собрание верующих, чтобы с ними вместе составить церковь, чтобы быть тем, чем я стал в день крещения, то есть членом в полном и абсолютном смысле этого слова, членом тела Христова. Вы, говорит апостол, тело Христова, а порознь члены, 1 Коринфянам 12:27. Я иду явить и осуществить свое членство, явить и засвидетельствовать пред Христом и миром тайну Царства Божия, уже пришедшего в силе. Член общины – это тот, кто осознает жизнь общины как общее дело, то есть как литургию. Обычно литургия воспринимается в узком смысле слова, как часть суточного богослужебного круга. Это лишь отчасти верно. Литургия больше этого. Литургия – это полнота всего церковного служения, и богослужебного, и миссионерского, и благотворительного. Приходской храм неразрывно связан с семейной жизнью своих прихожан, и православная семья становится, по слову апостола Павла, домашней церковью. Приход можно считать своего рода объединением малых церквей православных семейств. Если православная семья тесно связана с храмом, она невольно проникается духом подлинной церковности и создает добрую почву для правильного духовного возрастания и созревания членов семьи. Утрата церковности в семьях всегда была причиной безрадостной и трагичной отчужденности от церкви, духовного блуждания и душевного одиночества юных поколений. В настоящих православных семьях сам домашний быт строится и стоит на незыблемом и светлом основании православной церковности, из которого рождаются нравственные устои, порядочность, честность, мужество, ясность и устойчивость духа в молодых поколениях. Домашняя молитва, благодатное присутствие в доме святых икон и лампад, чередование праздников и постов, весь распорядок жизни формируется и устанавливается в семьях, таких семьях под благодатным воздействием церкви и приходского храма. Перед каждым приходом, перед каждой православной семьей, перед каждым православным христианином стоит крайне насущная задача осознать себя неотъемлемой частью церкви Христовой. И в этом именно сознании направлять всю жизнь, личную, семейную и приходскую, имея сосредоточием своей духовной силы и своего освящения приходской храм. Настоящая приходская жизнь развивается только и органическая. Изнутри, от храма, от престола, от Евхаристии. Собственно говоря, только евхаристическим собранием, этим средоточием общины и можно по-настоящему объяснить самоустройство церкви, ее организационный аспект. Смотри, здесь уже говорится о собрании, и здесь говорится об общине. Понимаешь, как он от прихода к общине перешел незаметно? Ну это тот же священник говорит? Или куда? Да, это все это говорит Виктор Потапов, пишет. Так, ее организационный аспект. Как отмечает протопресвитер Александр Шмиман, именно так понимала общинную жизнь первохристианское поколение, кавычки открыты. Только в свете таинства эта организация воспринимается христианами не как простая человеческая организация с начальником и подчиненными, авторитетом и послушанием, а как живой организм, напоенный Духом Святым. Интересно, вот сейчас регистрация идет в отделе юстиции. Там было написано, как название, там, община. Сейчас все убрали, а только религиозная организация. Он об этом говорит. То есть это все к тому, чтобы мы перестали осознавать себя единым телом. Это не просто так они заменяют все везде. В нем все человеческие, кавычка, служения, все человеческие взаимоотношения становятся проявлением того же единого духа, служением самого Христа в братьях своих, кавычки закрыты. В
творениях христианского апологета Тертуллиана констатируется, что между ранними христианами царила крепкая любовь. Тертуллиан сообщает о том, что некоторые язычники были потрясены и побеждены примером христианской любви. «Смотрите, — говорят они, язычники, — как они, христиане, любят друг друга, ибо сами они, язычники, ненавидят друг друга. И как они готовы умереть друг за друга, ибо сами они, язычники, более готовы убить друг друга». Первоначальная церковь была большой, была школой любви, сострадания и прощения. Кавычки закрыты. Теперь этого сказать нельзя. Даже в малейшей общине этого нет, сетует митрополит Сурожский Антоний Блюм. Если и есть какая-то любовь, то общая, обычная, и та любовь, которую можно встретить и среди неверующих и язычников, естественная, природная, животная любовь. Но не та любовь, которая родилась из чуда обновления, совершаемого Духом Святым над нами. Мы живем в эпоху беспрецедентного эгоизма и лицемерия. Слава Иисусу Христу! Аллилуйя! С одной стороны, мы обеспокоены загрязнением окружающей среды, экологией, озабочены церковно-юрисдикционными вопросами, экуменизмом, межнациональными и межрелигиозными конфликтами и войнами, стихийными бедствиями. Короче, страстно, но вместе с тем достаточно отвлеченно переживаем за людей, которых, вероятно, не встретим. А рядом с нами, вокруг нас, в современной жизни очень много нуждающихся в поддержке людей. Это и старые, больные, не имеющие достаточных средств на пропитание люди, и бездомные, и просто нищие, которые ищут порой не только милостыни, но и доброго, сердечного отношения к ним. Евангельски расслабленный 38 лет ждал милости от ближнего, такого ближнего, который помог бы ему, опустив его в целебную купальню. Ближнего не находилось, пока к купели не подошел Спаситель. «Хочешь ли быть здоров?» – спрашивает Христос того расслабленного. Больной отвечает: «Так, Господи, но не имею человека, который опустил бы меня в купальню». Эти слова «не имею человека» продолжают звучать и в наше время, и во всей их трагичности. Никто не объяснит, что крещение – полное погружение, и нет человека, который бы привел его к этому крещению, опустил его туда. Сколько расслабленных вокруг нас, расслабленных не только телом, расслабленных душевно, которые не имеют человека, чтобы опустить их в целебную купель. Купель веры, купель упования, купель любви, купель неиссякающей благодати, наполненной целящей и чудотворной силой восстановления, преображения, воскресения. Купель – это церковь Христова, которая не по временам, как евангельская купальня, а постоянно, непрерывно, вечно бурлит силой и благодатью Святого Духа, немощная врачующая и оскудевающая восполняющая. Это у них, у священников, такое есть. Ага. Каждый приход обязан осознать себя такой купелью, неиссякающей благодати Божией, на отдельно взятом месте. Взять попечение о нескольких забытых стариках, немощных, бедных, больных и одиноких может каждая приходская община. И все теперь говорит об общине. Вот удивительное дело. С первых лет существование церковь заботилась о вдовах и сиротах. Нужно обращаться к нашим самоотверженным прихожанам с увещанием о необходимости жертвы не только на любимый храм, но и на нужды рядом стоящего брата или сестры во Христе. По опыту знаю, что такое обращение не останется безответным. Апостол Павел дает нам благодатную формулу диаконии. Мы, сильные, должны сносить немощи бессильных и не себе угождать. Каждый из нас должен угождать ближнему во благо к назиданию. Вот где начало милосердного служения. Служить ближним не потому, что от них зависит наше благополучие, не ради земной награды, не из-за рекламы и самохвальства. И совсем не потому, что данный ближний для нас приятен, а напротив, несмотря на слабости, падения, грехи и несовершенство ближнего. Потому апостол и говорит о принятии нами на себя немощи бессильных, которым он призывает нас не просто помогать, а угождать. Угождать, как он говорит, во благо к назиданию. Потому что через такое служение ближнему мы служим самим себе, творим добро для себя, сами учимся, назидаемся. Какой должна быть полноценная христианская жизнь? Ибо и Христос не себе угождал, говорит апостол Павел.
угождал не себе, а нам, грешникам, недостойным этого божественного его нам служения. Можно со всей ответственностью утверждать, что одна из самых насущных миссий Церкви – это служение милосердия, оказание помощи и любви одиноким, страждущим. Страждет ли один член, страдают с ним все члены. Это апостол Павел пишет о Церкви. Его мы, если мы этого не чувствуем, мы не в Церкви. Церковь всегда нуждается в людях, желающих и способных помогать, трудиться в ней. С другой стороны, сам христианин, что-то делая для храма, несравненно больше приобретает, нежели отдает. Поэтому нередко мытье полов, чистка подсвечников, уборка территории, приготовление обедов, участие в пении, чтении, в работе братств и сестричеств и любая другая работа, которую он выполняет совместно с другими членами церковной общины, становится самым реальным и самым действенным способом его воцерковления, которое может осуществляться параллельно со знакомлением с вероучением и участием в богослужебной жизни прихода. Интересно, как внедрило слово «воцерковление»? Считаю, одно из самых поганых слов. Вместо рождения свыше воцерковления подмена идет от сатаны. Тогда у него же не возникает ощущения, что есть какая-то важная жизнь, которой он не причастен. Наоборот, у него появляется чувство причастности к церковной жизни. Он по-настоящему начинает ощущать себя частицей церкви. Мы живем в разобщенном мире и друг от друга удалены. Церковные люди поневоле часто оказываются в какой-то своего рода изоляции. Не всегда они встречают понимание на работе, в школе, в окружающем их мире. Порой даже в собственном доме. Сталкиваться с таким непониманием постоянно очень тяжело. И где еще искать в наши дни верующим понимание, единомыслие, человеческой близости и поддержки, как не в приходском храме? Сюда приходят люди, хотя и очень разные, но с похожими мыслями, чувствами, радостями и горестями. А самое главное, одинаково верующие, ищущие Бога, стремящиеся к Нему. И одному человеку удается пройти в своем движении к Богу чуть больше путь, другому чуть меньше. Кто-то успевает немного больше понять и узнать, и благодаря этому может помогать своим ближним, делиться с ними теми, пусть еще и очень малыми духовными или душевными дарами, которыми наделил его Господь. Да и вполне естественно, когда верующие люди помогают один другому не только в чем-то духовном, но и в обычных житейских делах. Ведь именно в этом выражается та любовь, которую заповедал нам иметь Господь, и которая является обязательным признаком Его истинных учеников. Реальность нашей церковной жизни такова, что большей частью мы можем предложить вступившим в церковь всего две вещи – участие в богослужении и индивидуальную аскетическую жизнь, сводящуюся по большей части к правилам, запретам и должествованиям. Очевидно, что церковная жизнь не ограничивается этими двумя пунктами. Церковность предполагает активную жизнь, охватывающую все сферы человеческого бытия. Эта жизнь устрояется по евангельским началам и проникается благодатью Святого Духа. Тогда только она удовлетворяет религиозному устроению человека, особенно в юном возрасте. Молодежи более чем кому-либо другому нужно церковное дело, церковное общение. Отрадно наблюдать, как в приходе складываются между людьми добрые, искренние отношения. И столь же горько наблюдать, как со временем они нередко разрушаются, а то и просто перерастают какое-то взаимное отчуждение, непонимание и даже неприязнь. Наш долг быть выше каких бы то ни было несходств и разногласий в мелочах. Мы призваны покрывать немощи тех, кто рядом с нами, покрывать их любовью и, по слову апостола Павла, носить тяготы друг друга и таким образом исполнять закон Христов. Катехизация – изустное наставление христианской вере, обращающихся к церкви и принадлежащих к ней, обязательно должна проводиться в храмах приходской жизни. Она должна осуществляться в проповедях самвона, в приходской школе, в открытых и частных беседах, на специальных курсах. Современное богослужение малодоступно воцерковляющемуся человеку. Труднопонимаемый язык и закрытость евхаристических молитв затрудняют его осознанное участие в богослужении. В самой богослужебной жизни прихода нередко отсутствует акцент именно на Евхаристии.
Это приводит к тому, что евхаристическое сознание наших прихожан не формируется. Их живое участие в литургической жизни, понимание глубины и красоты нашего богослужения подменяется вычитыванием всевозможных правил. Тем самым духовная жизнь постепенно атрофируется или вырождается в законничество и фарисейство. Главная задача катехизации – воспитание любви к Богу и людям, благоговение перед Церковью и ее таинствами. Катехизация призвана побуждать человека к осознанной церковной жизни, в том служении, которому человек призван, чему имеет дар от Бога. Плодами катехизации является и обретение православного мировоззрения и воцерковления, то есть сознательное вхождение в жизнь Церкви, регулярное участие в ее таинствах и прежде всего в Святой Евхаристии. Помимо внушения осознанного участия в Евхаристии, важнейшей составляющей катехизации является научение нравственности, духовной жизни, молитве и делам любви к ближним. Ибо по слову апостола Иакова 2:14-17, «Что пользы, братья мои, если кто говорит, что он имеет веру, а дел не имеет? Может ли эта вера спасти его? Если брат или сестра наги и не имеет дневного пропитания, а кто-нибудь из вас скажет им, идите с миром, грейтесь и питайтесь, но не даст им потребного для тела, что пользы? Так и вера, если не имеет дел, мертва сама по себе. Наши приходы будут процветать только в том случае, если мы, русское их ядро, вдохновленное евангельским повелением, будем делиться бесценным сокровищем нашего православия с теми, кто жаждет его. Если мы откажемся это делать, Господь может отнять у нас то, что имеем. Старшее поколение эмиграции вымирает, молодое ассимилируется. Тогда для нашей молодежи, как и для большей части новоприезжих прихожан, церковно-славянский язык непонятен. Литургический язык русской церкви дивный, благодатный, благозвучный, но для многих он стоит преградой к полному воцерковлению. Вспомним Святую Пятидесятницу. После чуда сошествия Святого Духа на апостолов, ученики Христовы сразу понесли дар благодати Святого Духа людям. Выйдя к народу, они начали проповедовать благую весть, Евангелие Христово на языках, понятных всем окружавшим их. Господь хотел, чтобы его учение было понятным. Потому Святой Дух и дал ученикам дар языков, чтобы их можно было понимать. Таким образом, дар Святого Духа для апостолов, ставший даром миссии и проповеди, для людей стал даром понимания. Понятность евангельской проповеди стала основой апостольской миссии и осталась таковой на всем протяжении истории православного христианства. Это так хорошо усвоили и поставили во главу угла своего миссионерского служения такие светильники Российской Православной Церкви, как святитель Стефан Пермский, святой Иннокентий Московский, преподобный Герман Аляскинский, святой Тихон Московский, святой Николай Японский и святой Иоанн Шанхайский и многие другие. В наших храмах раздаются умилительные звуки наших песнопений, произносятся проповеди, читаются тексты Священного Писания. И далеко не всегда это богатство богослужебного, богословского, проповеднического материала существенно отражается на образе нашей жизни. Почему? Потому, что мы слушаем, но не слышим. Мы даже принимаем все, что слышим интеллектуально, эмоционально и эстетически, но не даем слушаемому проникнуть в глубину нашего сердца. Мы даже не всегда любим понятное, нам кажется, что все священное должно быть мистическим, а потому непонятным. Мы не даем возможности Слову, Христос, Логос, Слово войти в нас, пройти через наш разум и зажечь наше сердце. Другими словами, мы пренебрегаем другим даром Пятидесятницы, даром слышания. Слушать и слышать – две разные вещи. Дар языков был дан апостолам, и через них, и всей Церкви, не для того, чтобы люди могли их слушать, а для того, чтобы они слышали их учение, Христову весть, которую они несли миру, который продолжает внести в миру наша Церковь. Слышание налагает совсем другие обязательства, чем слушание. Слушаемое можно легко забыть. Услышанное остается не только в памяти, но должно коснуться сердца. И если оно наполнено той силой, которую ему дал Христос, нам должно потрясти сердце. Оно должно потрясти сердце, открыть внутреннее зрение, как это случилось с апостолом Павлом на пути в Дамаск. Всем нам надо услышать Слово Божие,
и дать ему преобразить жизнь и разрешить возникшую в наших приходах языковую проблему. По моему глубокому убеждению, во всех приходах русского рассеяния, наряду с церковнославянским, на богослужениях должны звучать языки данной страны. В приходах Северной Америки, Великобритании и Австралии английский язык, в Южной Америке испанский или португальский, во Франции французский и так далее. Благо, что за все годы нашего рассеяния самоотверженные чада Русской Православной Церкви за границей трудились и продолжают трудиться над переводами богослужебных текстов. Святитель Иоанн Максимович напоминает нам, кавычки открыты, «В церкви имеются пастыри и посомые, одним верена проповедь, другим учительство» Ефесянам 4:7-12, 1 Коринфянам 12 глава и другие. «Или иное дело, все они, исполняя каждое ему положенное, творят единое великое дело, созидая тело Христово, церковь. Они должны работать в единении духа, не превозносясь и не уничижая других, так как каждый является тем или иным членом единого тела» Ефесянам 4:1-4, 1 Коринфянам 12:27, «в которой каждый член имеет свое назначение». Приходской клир обязан, опираясь на пример пастыря-начальника Христа, не приказывать и судить, а служить и спасать. Навязывание власти и суда убивает жизнь прихода, а подражание примеру милующего и спасающего Христа оживляет общинную жизнь. Не следует нам забывать того завета Христа, по которому первый брак в Царстве Божьем, так и в христианской общине, должен быть всем слуга. Кто возвышает себя, тот унижен будет. То есть, кто домогается владычества в христианской общине, тот не ищет правды Царствия Божия, тот теряет свое положение, разрушает само общество. Божественный закон требует, чтобы пастыри были образцами для других людей и неукоризненной жизнью указывали всем истинный путь к жизни не оскудевающей. Господу дорого постоянное наше ощущение, что мы не лучше других. Святитель Фотий Великий учит, что настоящий христианский руководитель познается не во внешнем блеске своего одеяния, а в героизме в кувшина и миске, которые Господь употребил, чтобы омыть ноги своим ученикам. Апостол Павел призывает нас ревновать о дарах больших, то есть о таком служении Богу и людям, которое не приносит, не приносит похвалы человеческой, а скорее даже поношения. Приобрести наилучшие дары можно одним единственным путем – молитвой и внутренним деланием. Для того, чтобы стать первыми в Царстве Божьем, нам, пастырям, следует подражать не примеру сильных мира сего, а кротости и смирению Спаса нашего Господа Иисуса Христа. «Сын человеческий не для того пришел, чтобы ему служили, говорит Господь, но чтобы послужить». Пастыри церкви, призванные Богом к устроению церковно-приходской жизни, должны обратиться к самим себе, к своему внутреннему состоянию и настроению, к своему духу, должны помнить, что они строители тайн Божьих, насадители Царства Божия на земле, что они светильники, отражающие с собой неугасимый свет Христовой правды и мира, и что они соль земли. Мало того, они должны не только не угашать себе Духа Божия, но всегда и везде помнить, что их попечению вверены души чад церкви, за которых они дадут ответ пред ликом судей в день судный. Помнить, что они должны для народа Божия быть правилом веры и образом кротости. Если пастыри должны пасти Божие стадо по наставлению апостола Петра, надзирая за ним, непринужденно, но охотно и богоугодно, не для гнусной корысти, но из усердия и не господствуя над наследием Божиим, но подавая пример стаду, то и миряне со своей стороны не должны стремиться к главенству над священнослужителями, к бесконтрольному владычеству приходской жизни. Это было бы церковно-демократическим деспотизмом, под гнетом которого совершенно невозможно созидание истинно христианской жизни. Могут утвердиться только на правильные отношения. Правильные отношения между клиром и мирянами могут утвердиться только на принципе любви и свободного служения друг другу, которые должны быть положены в основание жизни. От правильного понимания и исполнения этих христианских принципов и широкого воспитания членов церковной общины в духе этих начал и зависит благоустроение церковного прихода. Тогда на этих началах только на этих началах может развиваться и укрепляться внутреннее, свободное,
органическое единение всех членов прихода, как между собой, так и со священнослужителями приходского храма, который служит видимым органом их единения в самый высокий момент их жизни. О таком единении, как естественном и необходимом свойстве христианской жизни, говорил Спаситель, когда свои отношения к верующим уподобил виноградной лозе и ветвям, на ней растущим. К такому единению призывали христиан и апостолы, в особенности апостол Павел, когда все христианское общество называли единым телом. Для того, чтобы участие мирян в приходской жизни принесло истинную пользу церковной общине, миряне должны быть достойны такого призвания. Это значит, что избираемые для участия в делах церкви миряне должны быть тщательно и всесторонне осведомлены в том деле, к которому приступают. Но и этого мало. Миряне, призываемые для решения церковных вопросов, должны быть и по своему христианскому мировоззрению, по воспитанию или по жизни и деятельности известными и уважаемыми лицами в приходе. Бывают и малограмотные люди, но такие, которые по своему благочестивому настроению и усердию к храму Божию, общему серьезному направлению и здравому смыслу, честности и трезвости, вполне заслуживают права на общее уважение и участие в церковных делах. Миряне не представляют собой лишь пассивный объект управления. Крещение и миропомазание есть своего рода рукоположение в христианское звание. Миряне в известном смысле тоже облечены в священный сан, по слову апостола Петра, 1 Петра 2:9. «Вы народ Божий, царственное священство». Исследователь роли мирян в церкви, протоиерей Николай Афанасьев, излагает экклезиологические предпосылки служения верных в церкви так, кавычки открыты. Каждый верный призывается к служению царственного священства, но оно совершается им, когда служит весь народ Богу, призывая весь народ к одному и тому же служению через приобщение к одному телу. Бог призывает отдельных членов к особым служениям для созидания самого тела. К числу этих служений принадлежит служение предстоятельства, без которого не может быть евхаристического собрания, а следовательно, без которого не может быть общего служения верных. Народ служит Богу, когда среди него имеется предстоятель, и предстоятель служит, когда с ним имеется народ. Это не одно и то же служение, а разные служения, которые не могут быть смешиваемы, но которые не могут существовать одно без другого. Если бы они существовали одно без другого, то они бы оказались вне церкви, так как при таком раздельном существовании не могло бы быть евхаристического собрания, кавычки закрыты. Вспоминается проникновенное предупреждение святого Иоанна Златоуста, кавычки открыты. «Чтобы мы не возлагали на одних священников, но и сами пеклись о всей церкви, как о теле всем нам общем. Это послужит к их большему утверждению и нас побудит к большему преуспеянию в добродетели. Церкви должно жить как в одном доме, как составляющие одно тело, все должны быть расположены друг к другу». Приходы Русской Православной Церкви за границей объединяют разных людей, разных по национальности, темпераменту, жизненному опыту и душевному устроению. Но то, что объединяет нас гораздо больше всего того, что могло бы разъединять, объединяет нас Христос, любовь которого достигает каждого человека, не гнушается никем, не отвращается ни от кого. Вы должны постоянно помнить, что каждому приходящему в наши приходские храмы мы обязаны отнестись со всяким вниманием и любовью, быть к ним открыты, благожелательны, приветливы. Каждый переступающий порог храма – потенциальный член церкви. Не приведи Господь отвернуться от кого-либо, огорчить или отвергнуть кого-либо. Господь грозно предупреждает нас, Матфея 18:6-10, «Кто соблазнит одного из малых сих верующих меня?» Тому лучше было бы, если бы повесили ему мельничный жернов на шею и потопили его в глубине морской. Смотрите, не презирайте ни одного из малых сих, ибо Сын Человеческий пришел взыскать и спасти погибшее. Мы составляем церковь воинствующую, подобную кораблю, в котором сообща спасаемся от грозящей душе непогоды беспокойного житейского моря. Надо внушать нашим людям, что они не пассивные пассажиры на этом корабле, а члены его экипажа, которые каждую минуту борются, чтобы достигнуть спокойствия вечной жизни. Само собой, разумеется, если бы приходская жизнь в нашей церкви стояла на подобающей высоте, если бы члены прихода
чувствовали себя живыми и деятельными членами церковной общины, если бы все были воодушевлены желанием поработать для общего дела Божия, если бы все осознавали всю важность церковного единения и тесного взаимосообщения, тогда приходская жизнь была бы ключом. Тогда процветала бы и приходская благотворительность, и церковное хозяйство. Нравственно-просветительные задачи в приходе выполнялись бы с надлежащим усердием. Тогда и пастыри церкви получали бы всестороннюю поддержку и дух пастырской ревности, сопутствуемый всеобщим сочувствием и поддержкой. Воскрылил бы служители алтаря Господня к высшим подвигам служения. От возрождения приходской жизни зависит благосостояние полноты нашей церкви. До большевистского переворота 1917 года лучшие умы в России в крепких православных приходах видели надежное средство к защите от натиска безбожного разложения. Этот вопрос широко обсуждался на Всероссийском соборе 17-18 годов, который, увы, так и не смог претворить в жизнь реформу приходской жизни. Большевики тоже понимали потенциально возрождающую силу первичной структуры церкви и посему столь яростно ополчились против приходов. Когда безбожники осознали, что физически уничтожить церковь не удастся, они коварно перешли к попыткам внутренне разложить церковь, назвав ей всякие лояльности, и заменили приходы пресловутыми так называемыми «двадцатками», состоявшими в основном из сексотов или просто коррумпированных товарищей. Нужно возродить в нашем соборном сознании, в сознании пастырей и пособых, высокую идею церковной общины прихода. Нужно проникнуться мыслью, что для борьбы со злом внутренним и внешним необходимо тесное объединение, чтобы прихожане почувствовали потребность вместе спасаться, совместно бороться со злом и строить жизнь духовной приходской семьи, которая бы одним духом дышала, одним сердцем любила, одними духовными очами смотрела на жизнь и сплоченно отзывалась на то, что происходит вокруг. Только приход, действительно осознавший себя неотъемлемой частью большого тела Христова, будет в состоянии бороться с тем, что препятствует нашему спасению, со злом и грехом. Только в приходе, помнящем, что его корни восходят к временам деяний апостольских, могут быть приняты серьезные меры для обеспечения бедных, обездоленных и просто нуждающихся в добром слове. В 1931 году иеромонах, впоследствии архиепископ Иоанн Шаховской, высказал важную и актуальную для наших дней мысль, кавычки открыты. «Сейчас нет у нас ничего более святого, твердого, непоколебимого, чем приход. Его широкая жизненная форма нам дана Богом. Очистимся от узких предрассудков, связанных с восприятием идеи прихода. Ибо от нас зависит, какую форму вольем мы его глубокое содержание. Выдержавшее опыт 19 веков и крепкое обетование Божьим данным церкви. Врата ада не одолеют ее, Матфея 16:18. Все же верующие были вместе и имели все общее, и продавали имение и всякую собственность, и разделяли всем, смотря по нужде каждого. И каждый день единодушно пребывали в храме, и преломляя хлеб по домам, принимали пищу в веселье и простоте сердца, хваля Бога, и находясь в любви у всего народа, Господь же ежедневно прилагал спасаемых к церкви. Деяния 2:44-47. Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и всей душою твоею, и всем разумением твоим. Сия есть первая и наибольшая заповедь. Вторая же подобная ей – возлюби ближнего твоего, как самого себя. На сих двух заповедях утверждается весь закон и пророки. Матфея 22:37-40. От такого отношения предостерегает святой Иоанн Златоуст. Кавычки открыты. «Не будем довольствоваться исканием собственного спасения. Это означало бы погубить его. На войне и в строю, если солдат думает только о том, как бы спастись бегством, он губит себя и своих товарищей. Доблестный солдат, который сражается за других, вместе с другими спасает и себя самого. Все же верующие были вместе, и каждый день единодушно пребывали в храме, и, преломляя по домам хлеб, принимали пищу в веселье и простоте сердца, хваля Бога и находясь в любви у всего народа». Деяния 2:44-46. «И всякий день в храме по домам не переставали учить и благовествовать об Иисусе Христе». Деяния 5:42.
приветствует вас усердно в Господе Акила и Прискила с домашнюю их церковью. 1 Коринфянам 16:9, Иоанна 5:15, Римлянам 15:1-3, 1 Коринфянам 12:26. «Потому узнают все, что вы мои ученики, если будете иметь любовь между собою». Иоанна 13:35, Галатам 6:2, 1 Коринфянам 7:20, Иаков 2:14-17. «Никто, зажегший свечу, не покрывает ее сосудом и не ставит под кровать, а ставит на подсвечник, чтобы входящие видели свет. Ибо нет ничего тайного, что не сделалось бы явным, ни сокровенного, что не сделалось бы известным и не обнаружилось бы. Итак, наблюдайте, как вы слушаете. Ибо кто имеет, тому дано будет, а кто не имеет, у того и отнимется и то, что он думает иметь». Лука 8:16-18, Деяния, глава 2. 85% всех церквей можно уподобить туристическим кораблям, которым следовало бы стать военными. Кавычки. Туристические корабли и военные, что может быть проще ясней? Подумайте о том, что происходит на туристическом корабле. Мы не делаем никакой работы, кто-то другой заботится о всех наших нуждах. Мы не несем никакой ответственности, никакой отчетности. Не так ли большинство людей подходит к церкви? Проводить богослужения, разные церковные мероприятия лежит на чьих-то других плечах. Мы время от времени посещаем богослужения и называем себя членами церкви. Вся работа выполняется либо церковным клиром, либо добровольцами, как, например, сестричество. И поэтому на нас не лежит никакой ответственности. Иное дело военный корабль. У военного корабля задание жизнь или смерти. Каждый член экипажа имеет работу, которую он должен максимально выполнять. Все должны работать друг с другом, так как вынуждены надеяться друг на друга для успеха задания и для совместного выживания. Здоровый приход должен видеть себя в роли военного корабля. Задание церкви является вопросом жизни или смерти. Мы призваны пронести Евангелие по всему миру и помогать нуждающимся. Никакая другая работа не является такой критической или значимой. Каждый член церковного экипажа имеет божественное призвание определить и занять свое собственное место в жизни прихода. Когда же члены церкви перестают работать вместе, то они ставят под угрозу и работу церкви, и свое спасение. Любой человек, который провел время на туристическом корабле и на военном, знает, что образ жизни на этих двух видах кораблей является диаметрально противоположным. Пассажиры туристического корабля отдохнувшие, загорелые, упитанные. Моряки на военном корабле страдают от недохвата сна, напряжения, запущенности. Никто в своем правом уме не проводил бы отпуск на военном корабле. Церковная жизнь не является отпуском. Напротив, она является борьбой не на жизнь, а на смерть с духами злобы поднебесными. И подобно пассажирам туристического корабля, которые не могут влезть в свою одежду после 4 дней объедания, члены туристических церквей непригодны к духовной брани. Накануне революции священник Тети Хамиров писал, кавычки открыты, «С течением времени, по многим причинам, отчасти даже вследствие силы и могущества православной Руси, указавшей на настоящее место всем противникам и врагам своей родной матери церкви, древний строй приходской жизни постепенно ослабел. Ослабело тесное единение пасомок между собой и с пастырями. Постепенно, если не умерла, то значительно заглохла приходская жизнь». Ныне, когда вера православная на Руси находится в опасности, когда безрелигиозность, нравственная распущенность, пьянство и другие пороки широкой волной охватили русский православный народ, разъедают и губят народную душу, когда ереси, секты и особенно католичество со всех сторон могучим натиском идут на православие, отторгая от него на погибель многих его членов, внося разделение и вражду, одна из надежд – возрождение прихода. Необходимо возродить и оживить жизнь церкви и сделать ее сильной для борьбы. Сирахов 49:1. «И восстал Илия пророк, как огонь, и слово его вгорело, как светильник». Иезекииль 20:47. «И скажи южному лесу, слушай слово Господа, так говорит Господь Бог, вот я зажгу в тебе огонь, и он пожрет в тебе всякое дерево зеленеющее и всякое дерево сухое. Не погаснет пылающий пламень, и все будет опалено им от юга до севера». У него брошюра выходит «Молчанием предается Бог». Я получил около 500 экземпляров. Брошюра
хорошая. Виктор Потапов в Вашингтоне. Я у него на квартире жил, когда был там. И вдруг, вот когда зашел разговор о признании акта о каноническом общении, мгновенно, как будто он никогда ничего не писал этого. Все, Московская патриархия прямо противоположно тому, что писал. Не верю, Господи, чтоб ты меня забыл. Не верю, Господи, что ты меня отринул. Я твой талант в душе лукаво не зарыл, и хищный тать его из недр моих не вынул. Нет, в лоне у тебя художника-творца почит красота и ныне, и от века. И ты простишь грехи раба и человека за песни красоте свободного певца. Мей, 1857 год. Большой вопрос. Мы сверху наложим еще один маленький. Все. Нет, все? Все уже, да. Сейчас 0,5 натихло, что там видно. А? Сверху накрыть надо один вопрос. А вдруг он снова еще 20 страниц будет? Ну ладно, все тогда. Все, тут нахуй.